Необычная линейка сегодня прошла в 98-й школе. Представители Спецстроя России наградили детей за участие в конкурсе рисунков «Моя зеленая планета». Накануне дети из пришкольного лагеря «Полет» побывали на экскурсии в Доме техники при Спецстрое России, где им рассказали о работе предприятия и его достижениях. А также организаторами был объявлен конкурс рисунков «Моя зеленая планета», посвященный Дню экологии. Всего было представлено 25 работ, и сейчас эти рисунки украшают стены предприятия. Победителей сегодня наградили грамотами и ценными призами. Еще тебе вот такая медаль присуждается за первое место. Ты молодец, ты очень хорошо постарался.